Здравствуйте. Сегодня вскрываем доставку заказа с Беру. Я заказывал промышленный фен и набор насадок, там биты и прочее для шуруповертика. Прислали вот в такой вот коробке. Ну, собственно, я ее уже надрезал. Вскрываем. Я удивился, почему такая большая коробка. А теперь понял, они большую часть коробки, вот, кстати, борт я уже пробовал, шуруповерт у меня такой же, работает неплохо. Так вот, они всю коробку заполнили вот такой нарезанной картонкой. Ну что, вот он набор. Сверла биты, то что нужно, со скидками наберу, достаточно неплохое. Как оно будет в работе, я потом посмотрю, но 34 предмета за те деньги, которые я заплатил, а все вместе у меня получилось вместе с феном 1300. Плюс еще отойдет кэшбэк, и там была скидка. Я считаю, что это нормально.